Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Із задоволенням представляємо гостя. Це завідуючий відділом музичного мистецтва естради в Миколаївському державному вищому музичному училищі, диригент перформанс «Біг Бенд», голова Миколаївського джаз-клубу Володимир Алексєєв. Вітаю! Здравствуйте! Как гласит Википедия, джаз – это вид музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии с привлечением элементов афроамериканского фольклора. Джаз остается престижным и поддерживается научными кругами, учредительными фондами, всемирной сетью фестивалей. Наследие джаза широко известно, и он продолжает влиять на мировую музыкальную культуру. Повторюсь, так гласит Википедия. В нашем городе джаз последнее, вот Володя меня, если я ошибусь, поправит, последнее 10 лет, как минимум, да, представлен вот молодым поколением в лице Владимира Алексеева и его очаровательной супруги Татьяны Орловой, которые в свое время создали джаз-клуб и создали такой великолепный биг-бенд под названием «Performance Big Band», которым Владимир как раз и руководит, и дирижирует. И я знаю, что есть прекрасные новости конца лета, да, конца летнего сезона, связанная вот с оркестром, пожалуйста. В конце лета нашему оркестру выпала честь открывать юбилейный 15-й международный фестиваль «Джаз Коктебель», который в этом году проходил в Черноморске, Одесской области, ну, бывшее название Ильичевск. Вот. И фестиваль собрал много тысяч украинцев, и не только. И было очень приятно, когда организаторы пригласили нас открывать этот фестиваль вместе с звездой, джазовой звездой мирового уровня, солистом группы «The Fuzz» Карлом Фриерсоном. Это немецкая группа? Да, это немецкая группа, и Карл Фриерсон – это любимец украинской публики, то есть завсегдатай. Его ждут на разных фестивалях, и как бы, ну, в Украине это один из самых любимых артистов зарубежных, мировых, которые достаточно часто выступают. И на «Джаз Коктебеле» Карл Фриерсон выступал в разных ипостасях, и с диджеем, и с квартетом, и со своей группой «The Fuzz», но ни разу не выступал с биг-бендом. И вот было очень приятно, когда пригласили наш коллектив поиграть вместе с ним. И очень приятно то, что прошло уже достаточно много времени, а позитивные после фестиваля, а позитивные отзывы все приходят и приходят. Для многих поклонников джаза, которые съехались на фестиваль, мы стали открытием, потому что хоть наш Николаевский оркестр и объездил уже достаточно там, больше 20 городов в Украине, но еще как бы не является там совсем уж известным. Но тем не менее, да. Несколько лет, опять же, боюсь ошибиться в сроках, но уже несколько лет Performance Big Band является гастрольным коллективом, да? То есть городской оркестр, который базируется в музыкальном училище, а уже гастрольный коллектив. И это не только Украина, это, я знаю, Молдова, да? Да-да. Вот, то есть достаточно серьезный коллектив. И, насколько я помню, Карл Фриерсон, он бывал и в Николаеве. Да, да. Дело в том, что... Не только в Ильичевске, но еще и в Николаеве до того. Дело в том, что вот наш оркестр, если мы говорим за Performance Big Band, он свое начало берет в 2011 году. И наше первое выступление было на 5-м джазовом фестивале «Джубили», который проходил в Николаеве на тот момент еще в русском, четвертый джаз-фестиваль, который проходил в ноябре 2011 года в Русском театре. И вот тогда это было первое выступление нашего оркестра, который был собран чисто вот на базе училища музыкального, как полустуденческий коллектив с привлечением музыкантов опытных. И это было яркое, хорошее выступление. И очень хотелось, чтобы коллектив не просто как бы сам себе существовал и выполнял какие-то учебные функции, а чтобы это было интересно, интересно играть студентам, которые могли бы, кроме учебы, получать какой-то опыт.
игры с другими музыкантами. И вот в 2012 году, весной, то есть когда коллектив был только собран, мы пригласили тогда Карла Фриерсона с нами выступить. Неизвестный коллектив, какой-то маленький Николаев, он ни разу здесь не был, не знал, за оркестр тоже не знал ничего. Но он просто был в Украине, и у нас как бы была возможность его пригласить в Николаев, да. Вот. И вот этот вот концерт 2012 года стал таким ярким и достаточно сильным толчком для развития коллектива, потому что за 5 лет, с 2012 года по 2017, на счету нашего оркестра уже больше 15 международных проектов с артистами из США, Бразилии, Израиля, России. Вот еще там несколько лет назад Сергей Манукян к нам приезжал, 2011 было, 2012 год. Вот, и с украинскими джазменами многими. То есть очень приятно то, что как бы оркестр замечают. Многие артисты сами, приезжая в Украину, они говорят, давай, ну, им интересно поиграть с нашим оркестром. Вот, оркестр имеет уже свои сольные программы, с которыми ездят по Украине, такие как там «Посвящение Синатре» или «Золотая коллекция джаз, блюз, рок-н-ролл». То есть это... Это оркестр. Хорошо, да. То есть, но началось все такое популярность вот, с Карла Фриерсона. Вот. Но по поводу того, с чего началось, если позволите, вот буквально немного я хочу все-таки возвратиться к тому, вот насколько я знаю, вы в достаточно молодом возрасте, вы и сейчас молодой человек, но тем не менее еще гораздо моложе, начали увлекаться этим непростым и, в общем-то, не каждому человеку понятным жанром, как джаз. Да? Mm-hmm. Вот почему именно джаз? Почему было выбрано, ну, в то время, во всяком случае, вот это именно направление для молодых людей действительно не совсем понятное? Ну, на самом деле, не могу сказать, что оно не совсем понятное, то есть с годами все больше и больше людей к этому искусству приобщается. Началось все в 2003 году. Я был студентом третьего курса нашего Николаевского музыкального училища. И вот одна из моих однокурсниц, которая стала моей женой, Таня Орлова, она увидела меня играющим в группе. Мне тогда было 13 лет. И она как бы говорит, слушай, вот ты там что-то сам играешь, уже где-то импровизируешь. Я не играл джаз, это было что-то такое поп-рок и так далее. Говорит, вот, а у нас есть в училище эстрадный отдел, и у нас есть хороший преподаватель, вот ты мог бы совмещать. То есть она как-то подкинула идею и какие-то первые записи джазовые, то есть, ну, повлияла в этом смысле на мое приобщение к джазу. Она к нему приобщилась там на год раньше, условно говоря. Вот. И я на четвертом курсе стал совмещать с эстрадным отделом. Мой преподаватель был саксофонист, то есть у нас не было пианиста. То есть был саксофонист, который учил джазу и на фортепиано, и на гитаре, и вокалу, и всему остальному. Вот. Этот человек до сих пор работает, теперь уже у меня на отделе, как бы будучи моим, мы смеемся, подчиненным, играет в оркестре. У меня это Руль Юрий Сергеевич, человек, который, ну, в значительной мере повлиял на формирование. Вот. И на вот так вот, да. То есть, и вот так вот, ну, вот как-то получилось. Почему джаз? Потому что джаз дает свободу возможности самовыражения музыканту. В принципе, любая музыка дает, если человек с удовольствием занимается этим. Но в джазе есть самая важная составляющая – это импровизация. Если классической музыке мы играем по выучиваем произведения по нотам, если рок-музыка, она зачастую, там тоже есть доля импровизации, но в основном, то есть это тоже уже определенная сложившаяся последовательность, куплет, припев, какие-то рифы, и если группы переигрывают какие-то роковые композиции, то они, как правило, одинаковые. То есть все-таки исполнение. Изначально есть, была, да, вот основа, подложка, да. Это свобода, да. Свобода, а джаз, самовыражения. Да. Да? А джаз, он дает возможность, то есть одну и ту же композицию музыкальную, песню, сыграть по-разному, в зависимости от настроения. Ну, это я так очень вскользь, сверху, но на самом деле
Вот и джаз, слово джаз, оно ведь очень емкое, оно включает в себя и фольклорную музыку, и есть стили смешанные, такие как джаз-рок, есть джаз с латиноамериканской музыкой, да, там лейтин, сальса имеет в себе тоже много джаза, есть лаунж, то есть спокойно какая-то музыка, но с элементами импровизации, которая там звучит элементарно в кафе, то есть она как бы приджазованная, есть прижазованный попса, да, то есть соул, он многое взял от джаза, блюз, рок-н-ролл, он вырос из джаза. То есть вообще, на самом деле, массовая музыка, то, что вот мы в свое время учили в Донецкой музыкальной академии, у меня был очень хороший преподаватель в магистратуре, и вот у него были свои как бы направления развития, он разрабатывал, да, то есть изучая джаз, не просто как бы классически там это все родилось в Америке и так далее, то есть он его изучал немножко глубже, то есть и вот термин массовая музыка, который включает в себя джаз, поп, рок и так далее, вот это им был одним из первых введен, вот, и вся вот на самом деле все эти популярные стили, они корнями идут из джаза. То есть была раньше джазовые корни еще немножко раньше. Еще раньше, да. Из, ну, как вы уже пришли, да. В Википедии правильно написано, то есть джаз и украинская державная мова – это синкретичное мистецтво, что это слияние культур, то есть академическое слияние европейской и африканской культур на американской земле. То есть это если сказать так. То есть белые европейцы привезли гармонию, привезли форму. Выходцы из Африки, да, на тот момент рабы, они привезли мелодику и ритмику, которая вообще не характерна была для европейской культуры. А все это смешалось в Америке. И так родился джаз. И просто в зависимости от того, чего больше, европейского или африканского, такой джаз и получается. Вот, кстати, о смешении. Если бы большое количество жителей Николаева не знали вас лично, или вот по телевизионным, концертным, там, преподавательским контактам, вряд ли бы можно было утверждать, что вот передо мной сидит вот солидный джазовый музыкант и преподаватель. Внешне вы скорее похожи на рок-музыканта, то есть, ну, это внешний облик, да? Вот вы даже на студию приехали на мотоцикле. Да. В кожаной куртке, длинные волосы и так далее, и так далее. Вот, скажите, не сбивает ли это с толку ваших, ну, как это правильно назвать, учеников, например? Нет, а потому что, ну, я не привязан чисто там, к джазовой, ну, джазовой музыке. Я знаю, что играю... у вас есть и параллельный еще проект, да, который проект не совсем джазовый, поп-музыка, кавер-музыка. Да. Есть, более того, то сейчас у нас сотрудничество с группами, которые играют метал и тяжелый рок, и как бы мне нравится, я просто музыкант, и я люблю хорошую музыку. Как бы приоритетный, да, в некотором, ну, можно так сказать, является все-таки джаз, потому что на самом деле из всей массовой музыки, поп, рок и так далее, джаз является самой сложной. Из джаза, с джаза все началось. И поэтому мало кто об этом знает, но если копнуть в кухню, вот, например, какие музыканты играют у поп и рок звезд. Все видят, что, например, выступает там, ну, хорошо, Майкл Джексон играл, или Мадонна, или Стинг, или наши там Вакарчук с Океаном Мельзи, или Бумбокс. 95% музыкантов – это джазмены. Это музыканты, которые очень хорошо играют джаз, и их привлекают для того, чтобы они участвовали в проектах других стилей, потому что джазмены… Если ты умеешь играть джаз, то ты сыграешь и поп, и рок-музыку. Да, есть нюансы. Либо есть еще такой тоже интересный момент, который я много лет назад уже для себя отметил. Достаточно много, ну, таких мировых звезд, скажем, поп и рок-музыки, да, они в какой-то момент почему-то приходят вот к джазу. Да. Или около джаза, да, преджазованным. Да. То есть это... Назад к истокам. Назад к истокам, да. И для людей, например, более молодых, да, которые привыкли слушать, ну, допустим, музыку в одном стиле, там, рок-музыку, да, иногда это для них становится, ну, неким, даже не то, что неожиданность, неким ударом.
предательством даже, я бы сказал, иногда. И они прекращают, мол, это уже неинтересно. Хотя на самом деле это наоборот свидетельствует о мастерстве. 100%. Вот реально о мастерстве, потому что джаз это действительно самый сложный, один из самых сложных жанров. Да, музыкальных. И это вызывает, на самом деле, у многих это вызывает авторитет, у музыкантов и у артистов вызывает авторитет, когда музыкант смешивает или привносит в свою музыку элементы джаза. И в то же время эти музыканты, эти звезды делают огромнейшую работу с точки зрения популяризации джаза. Потому что, например, Леди Гага записала джазовый альбом с Тони Беннетом. Абсолютно Леди Гага не джазовая, да, там исполнительница, но она достаточно приличный выпуск. То есть это по мнению критиков, не то, что тут Алексеев говорит, это вот мнение мировых критиков, то есть они достаточно высоко, ее работа оценена как джазовой вокалистки. И что делают такие проекты? Они фанатов попсовой музыки или роковой музыки, они приобщают своим авторитетом к джазу, таким образом воспитывая вкус и культуру у еще большего количества людей. Взять наших украинских исполнителей, взять Ивана Дорна, его проект «Джази», я не помню там точное название, но в общем со словом «Джази». То есть где он играет свои песни, поет песни с джазовыми музыкантами, одним из лучших в нашей стране, и это звучит круто. То есть люди знают эти песни, слышат, но это там есть там у нас классная импровизация, хорошая ритмика. На джаз Коктебеле выступал Танок на Майдане Конго, также с джазовым проектом. Джази, преджазованный, да. То есть это был и контрабас, это была где-то перкуссия. Ну и это круто. В то же время, например, Карл Фриерсон, кроме того, что мы пели джазовые, соловские, фанковые композиции с ним, мы играли с ним и Beatles, играли, что еще, Queen, но в джазовых, то есть играли попсовые песни, но по-джазовому. То есть вот такая вот смесь, когда джазмены берутся за поп или рок и добавляют туда джаза. Джазовую специфику, да? Или когда рокеры или поп-музыканты чуть-чуть вникают в джаз. То есть это взаимопроникающие стили, вот они делают музыку интересной. То есть и за счет этого то, что, к чему мы привыкли, оно вдруг становится, обретает новые краски, новые грани. И это и есть джаз, то, что есть возможность одно и то же показать с разных сторон. Есть такое обидное выражение, бытующее, как правило, в социальных сетях, среди тех, кто, по моему глубокому убеждению, не очень любит свой город. Выражение называется «быкалаев». То есть это вот пренебрежительное отношение к своему городу, людей, которые считают, ну, по каким-то причинам, что город населен, ну, скажем так, не очень высоко культурными и не очень развитыми людьми. Ну, на самом деле это не совсем так. Конечно, мы были когда-то рабочим, закрытым городом, индустриальным, со своей спецификой и довольно простыми в своих предпочтениях жителями. Да? Тем не менее, в Николаев всегда приезжало очень много коллективов. И в 70-е годы, и в 80-е годы. Я это помню, будучи маленьким мальчиком и подростком. И очень много. Буквально там каждую неделю было по 2-3 совершенно разных коллектива. И ансамбли вокально-инструментальные, да, и оркестры различные, и джазовые, и около джазовые. В общем, разное. И всегда залы были полные. Всегда. Потому что люди с удовольствием воспринимали ту культуру, которую им на то время наши власти тогдашние преподносили. Кроме того, были и есть, слава богу, в городе 3 театра. То есть некая культурная составляющая Николаева все-таки она присутствует и довольно мощно. И вот сегодня, несмотря на некую академичность, да, джазовые концерты и джазовые фестивали в Николаеве тоже собирают полные залы. Вот чем это обусловлено, по-вашему?
Вот если оттолкнуться от Бакалаева, в кавычках, да, и вот взять другую сторону, полные залы концертов достаточно, ну, такой сложной музыки, как джаз. Я могу сказать, ну, на самом деле, эти полные залы, они не с небес свалились, то есть это не просто так все появилось. Это сейчас некоторые думают, что, о, это сейчас модно, популярно, давайте там что-то сделаем. Как указывает практика, не всегда и не далеко у всех это получается. Мне кажется, что почему, вот да, вот и Бакалаев, а с другой стороны и театры, и джаз с полными залами. Я глубоко уверен в том, что все зависит от человека, конкретно каждого, конкретно меня, вас, наших зрителей. Потому что если я живу в своем городе и его хаю, я такой весь умный, знаю все, как должно быть, и как все у нас тут рассказываю, все плохо, и рассказываю, как хорошо там во Львове, или в Одессе, или в Киеве, там, или в Болгарии, или в Греции, то это одно дело. Но если я живу в Николаеве, знаю, как у нас тут все не очень хорошо, но при этом я что-то делаю, чтобы у нас хоть что-то стало лучше, это совсем другое. Так вот, я считаю, что мы, вот 10 лет назад, мне было 21 год, мы, придя с идеей к взрослым людям, мы озвучили то, что вот мы хотим сделать джазовый фестиваль. На что как бы взрослые, опытные люди сказали: ребят, какой джаз в Николаеве, здесь это никому не надо. То есть, но в 21 год мне казалось, что детские, юношеские амбиции, они играли роль, и мы все равно это сделали. И оказалось, что так и надо. Вот. И если бы я тогда послушал, может быть, и прислушался бы ко мнению взрослых опытных людей, которые уже со своей высоты своего опыта говорили, что ничего не надо, то, может быть, ничего бы не было. Но, слава богу, что этого не произошло. И я не верил тогда и не верю еще больше сейчас в то, что Николаев – это быковатый еще город, или там Бакалаев, или еще что-то. Я его таким не считаю. Я себя, когда мы говорим, что Николаев – это Бакалаев, кто-то говорит, да, то есть он себя же объявляет. То есть человек сам плюет тот колодец, из которого он пьет. Если человек идет мимо, элементарный пример, говорит, и говорит, как все грязно, и сам кидает в эту же грязь бумажку, потому что и так же грязно, ну так ничего и не будет. Но если мы говорим, да, мы осознаем, что культура где-то прихрамывает, но мы не идем на поводу общества, а пытаемся как-то пойти против течения и вытянуть, может быть, эту культуру чуть-чуть на другой уровень. Да, поначалу зацепили мы там несколько десятков человек этим, несколько сотен потом. Сейчас это тысячи людей, которые приходят, например, на фестивали. Сейчас со всей Украины приезжают люди в Николаев на конкурс. Не в Киев приезжают, а в Николаев приезжают. И в конкурс есть джазовый хороший в Николаеве, который мы проводим, да, уже вот 2 года, 3-й год будет. А общаясь даже с киевскими музыкантами, они говорят, а вот нас, например, нету. Хотя Киев намного более культурный город, но там есть свои уже нюансы. Он уже много чего пережил, перемолол. То есть мы тут, наоборот, сейчас вот многие сферы искусства и культуры, и не только, и спорта где-то, они в Николаеве проходят этап развития, потому что город еще не заелся. То есть еще много всего здесь интересного, людям интересно что-то. То есть на самом деле люди, они хотят видеть что-то интересное, но надо не бояться этого давать. То есть нужно выходить за рамки Бакалаева, самим себя внутри, не уезжать отсюда. Да, конечно, очень хочется иногда уехать или не возвращаться. В том же Черноморске, например, шикарные дороги и спортивные те площадки, и места для культуры и отдыха, и чистый пляж, и все, то есть как бы и высокие зарплаты. Но есть Николаев, родной город, который хочется верить, что он будет лучше, но он лучше сам по себе не станет, над ним нужно работать. А вот не было, Володь, не было ли мыслей таких, ну опять же, шальных мыслей? Я понимаю, что уже не 21 год и нет такого, возможно, ну, юношеского такого максимализма, идеализма где-то, да? Но тем не менее, не было ли мыслей таких вот, а почему вот Величевский, например, вернее, в Черноморске, да, проходит джаз Коктебель, ну, потому что он перенесен из Крыма, все-таки именитый имя, да. Вот. А вот Николаев, чтобы ну, каким-то волшебным образом
или не волшебный, да, превратить, допустим, джазовую столицу Украины. Ну, но как это было бы? Понятно, что это, об этом можно мечтать, там, грезить там, и так далее, но тем не менее, вот практическая составляющая, вообще она присутствует в этом? Я очень как бы реалистичный в этом смысле человек, то есть я даю себе отчет, что в глобальном смысле Николаев не станет джазовым там, центром. Потому что, ну, это есть Одесса, город намного большими возможностями финансовыми и расположением, например. Да, есть Львов со много большими возможностями, как финансовыми, так и со своим местом расположения, где проходит, да, там, Альфа-джаз-фестиваль. Есть Киев, столица, со своими намного большими возможностями и так далее. Но есть Днепропетровск, который в этом году, кстати, в прошлом году начал возрождать свой фестиваль «Джаз на Днепре». Вот. То есть я отдаю себе отчет, что Николаев уже на данный момент является одним из центров активной джазовой жизни, потому что мы приглашаем сюда и артистов мирового уровня, которые играют, и лучших музыкантов из Киева, джазменов, которые сидят там у нас на конкурсе или дают свои концерты. Поэтому просто центром, самым главным, он не станет. Но одним из центров он уже является, и это очень хорошо. Отлично, отлично. Ну, на этой замечательной и позитивной ноте, это действительно так, мы закончим нашу программу. Я благодарю вас за участие в программе. У меня сегодня был чудовый гость. Это Володимир Алексеев, Performance Jazz Band и так далее, и так далее. Я с вами прощаюсь. С вами был Игорь Пох та программа «По фактам». До встречи.